Школа в Перми, в которой накануне пострадали дети, закрыта. Объявления о сроках прекращения возобновления учебного процесса на ее сайте нет. Напомню, поножовщину устроили двое учеников, бывшие и нынешние десятиклассник. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся. Пострадали 15 человек, в основном дети младшего возраста. Жизни 9 госпитализированных вне опасности, двое по-прежнему остаются в реанимации. Пострадавшая учительница после операции пришла в сознание, но пока не может разговаривать.